Всем привет, друзья! Сегодня с вами снова любимые игры. Будем брать сегодня Dead Target. В предыдущих видео было много комментариев. Типа, игра у меня взломана, что-то наподобие. Видимо, смотрят мне ресурсы, но ресурсов ну, не очень-то и много. Смотрите, да, вроде не всего 180. Золото поднакопилось просто. Не трачу я золото на всякую фигню. Только копил на нужное оружие. Точнее, купил я дрон. Что первый раз, что второй раз. И усиления всякие постоянные временные бонусы не покупал. Так, оружие говорит хорошее у меня. Это оружие купил, немножко задонатил брал, не брал, а пас как называется, сейчас посмотрим. Ну, боевой пропуск купил, который за 429 рублей. И за счет него квадрат получил оружие эксклюзивное. Сначала перчатку, как только задонатил, дают потом на 60 уровне хорошее оружие, а на 100 лучшее оружие игры на данный момент. Поехали играть в Рождество. Самое лучшее место, чтобы копить золото, здесь. Золото в игре никогда не требуется, как только накопили на нужную вещь, например, без перезарядки. И все, игра как бы идет классно. Достал хорошее оружие, да, не беспокоиться ни о чем. Я сейчас очень редко захожу в эту игру, потому что все достаточно легко проходится и стало неинтересно. Хотя звание у меня небольшое, там 20 какое-то, да? В комментариях вы писали, у кого-то 40, у кого-то 30, у кого-то больше. Ну, у вас нет такого оружия. Дрона такого нету. Я про всех не говорю. У кого-то есть, конечно. С этим оружием можно даже ничего не делать. Просто стоять. Направил в одну сторону. Сейчас они сами могут. Невестное оружие. Не знаю, может лучше или нет. С последним оружием сравните. Тоже можно попробовать бесплатную версию. Я пробовал, но давно. Давно тут не собираюсь, там это оружие устраивает. С этими миссиями очень выгодно собирать плюшки сразу на два фронта. Вот видите, да, вот медальки 107 и снежинки 74. А еще вот короткое видео, трехкратные умножения. Пожалуйста, умножим. Пусть выпадет лук. Ну вот, опять копье. Братан, нам не одни луки попадаются. Не хочешь махнуться? Ого! Ну давай! Потом поищу спеца, чтобы усилить его. Добавлю плюс 10 огня. А потом пойду бить гигантских обезьян. За каждую дают больше 8000 очков опыта. Ух ты! Выпали два скакуна. Мне круто везет.
Что? Ну почему опять копье? Вот, утроили 321 медалек и 222 снежинок. Таким образом очень легко копить. И вот самый верхний, может, я не дойду до туда, площадка слабенькая. Но вот площадка лучше, как бы, ну, может быть, для коллекции возьму. Так вот золото вот на втором и на третьем. Вот их надо достать. Так, да, вот здесь снежинки здесь вот. Я тут набрал гранаты всякие, у меня поэтому количество гранат и аптечек приличное уже. Я их так не трачу. Так, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будут вопросы, пишите в комментариях, отвечу, как смогу. Всем пока-пока.